скучно, мы же дети, нам же хочется повеселиться, да? Да, а ты, Капот, что хочешь? А я вообще-то хочу кушать, да. А вот вы, вам бы только поиграть и потешиться, а мне хочется кушать. Ну ты такой, Капот, всегда голодный. Мама всегда голодный. Ну, я предлагаю, давайте поиграем в догонялки. Не хочу в догонялки, это слишком тяжело. А я хочу в догонялки. Ну, что мы тогда придумаем, чтобы мы втроем поиграли? Я не знаю. Давайте маму спросим. Очень вкусный, мы голодные. Нет, мы не голодные, это ты всегда голодный. Ну что, чем вы хотите заняться? Что, ну хоть предложите хоть что-нибудь. Не знаю. Ну смотрите, у дедушки есть в деревне подводная лодка. Какая лодка? Подводная, карамелечка. Подводная лодка, а там, наверное, много еды. Там еды не знаю, ну возьмете с собой немножко еды. Мама, а там есть футбольное поле? Нет, конечно, это же подводная лодка. Это... А для чего? Она нужна для того, чтобы смотреть под водой рыбу. Да. Да, Карамелечка, ты знаешь, что такое подводная лодка? Да. Ну вот здорово. Карамелька будет у вас капитаном. Я хочу быть поваром. Да. А я хочу быть штурманом и всеми дворниками. И я хочу всеми быть. Вот и решили, мои дорогие котяточки. Карамелечка будет у вас капитаном. Да. Компот будет поваром. Я хочу быть поваром. А ты тоже будешь тогда? Всеми столами заниматься? Хорошо, я готов. Да. И все. Я позвоню дедушке, предупрежду, что вы приедете. Да, мама, давай, звони дедушке. Ой, какая она красивая, вся красная. Ну что, кто первую лодку? Ой, я хочу. Ну хорошо, иди первая. Теперь я пойду. Хорошо, иди теперь ты, а я что-то помаиваюсь. Ничего страшного в этом нет. Ну, теперь я пойду. Ой, какая красота! Вы поглядите! Давай посмотрим, давайте! Давайте, конечно, такая красотища! Да, такая красотища! Очень-очень-очень красивая! Прям не поверю своим глазам! Да, мне тоже нравится! А я вообще-то, может быть, хотел бы чуть перекусить! Здесь только рыбы плавают, а я даже не могу ни одну поймать! Хе-хе-хе! Ты всегда голодный! Да, ты всегда голодный! Давайте нашу любимую! Давайте! Я не буду двигаться, я устал, я вообще голодный. Смотрите, рыбка какая красивая. Она на самом деле хочет нас съесть. А нет. Она хочет... Я болю. Ой, все. Тихо. Все, она уплыла. Фу, я думала, она съест. Я болю. Карамелька, не шуми. Я вообще-то голодный. Давайте поймаем какую-нибудь рыбку, я ее пожарю. Только много места, может быть... Тихо, как красота, очень-очень красиво, но я капитан. Да, ты будь серьезной, а то ты какая-то несерьезная, карамелька. Ну и что? Как ну что, капитан должен быть серьезным, давай я буду капитаном. Я порулю, пожалуйста. Я не горжа. Хорошо. Ладно, будь моим капитаном. Уже. Ну давайте сначала посмотрим на всю эту красоту, потому что... Да. Ты не даешь никому сказать слово. Цветной ты!
бабуль дала в корзинке. Может, попрямаем маленько или в море попрямаем, и ну там где нет моря. Мы и так в море, мы и так плаваем. Ладно, надо. Смотреть на эту красоту. Да, давайте смотреть, Юля. Да, смотрю. Yeah.
хочу на пляж. Может быть, скажем маме с папой, чтобы пойти на пляж? А давайте, давайте им скажем. Может быть, они согласятся. Да, давайте скажем. Пойдемте? Пойдем. Ой, как же скучно, дорогая. Да, и мне тоже. Пап, мам, а может быть, мы сходим на пляж? Я бы с удовольствием сходил на пляж. А ты, мамулечка? Я тоже не против. Сейчас я только посуду домою. Давайте, собирайтесь, доберите все необходимое и идем на пляж. Хорошо, здорово. Я вот только сейчас посуду домою, хорошо? И пойду с вами. Хорошо. Как здорово. Я с собой возьму купальник, надувной круг и еще мать Эдгара. Пойду. А я с собой возьму только мяч. Мне больше ничего не нужно. Пускай я на солнце сгорю, пускай я проголодаю, зато я буду играть. А я с собой возьму много-много еды. Чтобы не проголодаться. Да, а еще я с собой возьму. Я возьму с собой еще колбасы, сосисек. Возьму хлеба. Возьму пирожное в папиных полах. И возьму, наверное, с собой побольше сока. Да, чтобы не проголодаться. Да, и это я не о себе думаю. Это я думаю о своей семье. Потому что они всегда голодные. Пойду собираться на кухню. Ой, Коржик, наверное, как обычно, возьмет только мяч. Карамелька, ну Карамелька у меня умненькая девочка, она возьмет все, что нужно. А Компот, наверное, думает только об еде. Поэтому он не возьмет ни купальные трусики, ни надувной круг, ни крем от загара, ничего не возьмет, как и Коржик. А мама, наверное, думает только о том, чтобы взять картинку с едой. Он любит за ней, с ней ходить везде. Ну, а я пойду готовить корзинку, с которой папа будет ходить. Ну ладно. Увидимся на море. Какая тут красота. Да, красотища еще та. Да, сейчас мы здесь поиграем. Детишки, далеко не разбегайтесь. Хорошо, мама, хорошо. Идем, не замочите только море. Понятненько? Хорошо, папа. Пошли. Какая здесь красотища, да, дорогая? Да, очень красиво. Дорогие котятки, мы расположимся вот тут. Да очень даже неплохое место, дорогой. Я проголодался, мне без разницы, какое место. Я хочу кушать, мам. Ну сейчас накрой. Давайте споем нашу веселую песню. А давайте. Ну чего, дорогие котятки, надо собираться и идти домой. Да, дорогие, уже поздно и вечереет, надо идти домой. Пойдемте, дорогие. Пойдемте. Пойдем, папа. Ой, дорогая, как здесь красиво на пляже. Да, пойду детишкам отдам, пускай балуются. Может быть, найдут сокровища. Как же скучно. Да, и мне тоже скучно. Так скучно, что даже кушать хочется. Чем бы заняться? Детишки, привет. Я сейчас только что гулял по пляжу. И знаете, что я нашел? Что, пап, говори?
говори, пап, ты нашел гамбургеры или что-то другое съедобное? Нет, мои детишки, я нашел карту, сокровища, но только я с вами не пойду. Почему? А почему, пап, ты не пойдешь с нами? Да потому что мне на работу надо, а это развлечение не для взрослых, это развлечение для маленьких. Ну тогда, а что там будет за сокровище? Я не знаю, это сюрприз. Найдете, скажите, хорошо? Вот, держите. Ну все, я побежал на работу. Вечером расскажите. Здорово! Мы сейчас пойдем искать карту сокровищ. Да, только давайте с тобой пойдем перекусить. Да, хорошо, пойдемте на поиски карты сокровищ. Ну так, ну что, и куда мы здесь так? Ну вот смотри, сюда идем, сюда, потом сюда. Ну что, Асень, как там? Мы летим? Да мы ищем. Так, ну сюда пойдем, вот здесь пройдем, и не сразу там окажемся, да? Да. Хорошо, пошлите. Итак, дорогие друзья, сначала нам нужно пересечь эту большую гору. Угу. Ну что, вперед? Здесь очень страшно. Ну, пойдемте спускаться дальше. Пойдемте. О, еще гора. Снежная. Ой. Кровейка, не отставай. Давай, ребята, идите тут. Смотрите, какая высота. Отсюда бы сейчас на санках скатиться, да? Да, ой, какая высота. Да, ну что? Привет, друзья! Мы наконец-то прошли эти горы. Теперь нас осталось пройти вот эту пирамиду. Пирамиду! Мы идем к тебе! Надо карту разворачивать. Ну что, вы идете по речку дойти? А, да, разобрались. Туда пойдемте. Туда? Ты уверен? Ну, как бы... Если ты не уверен, то не говори. Ну, я не уверен, ну пойдемте там. Едой пахнет. Компот, стой! Весь он за едой уходит. Ну, пойдем, скорее, пойдем. Чем-то вкусно пахнет конфетками. Конфетки. Постой, Компот, вставай, Компот, пора в школу. Мамочка, еще 5 минут, я сейчас конфетки съем, и все будет хорошо. Компот, вставай, Компот. Ой. Это был такой красивый сон, мам. Какой тебе сон приснился? Будто папа нашел карту сокровищ, и мы пошли с карамелькой и с кроликом искать этот клад. А это оказались конфетки. И я только-только начал их кушать, и ты меня, мамочка, разбудила. Ну, солнышко, нам надо идти в школу. В школе, говорят, сегодня будут давать конфетки. Конфетки? Я в школу. Ой, какие же они все-таки хорошенькие детишки. Вы меня звали?
Да, пап, мы тебя звали. Скажи компоту, почему у него домик снежно растаял? У него домик растаял? А почему? Бабочка, так на улице же весна. А, точно, на улице же жарко, поэтому и растаял. Пап, я его так долго бил, а он растаял. Хм, а что ты хотел? На улице-то весна, все тает. Выйдите лучше кораблики, попускайте по воде. Я ему и говорю, пойдем кораблики попускаем по воде. Ну, папа, ну почему? Я так старался, долго делал, уснул, проснулся, а его нет. Давайте, хотите, я вам эксперимент покажу, что такое весна. Объясню это все вам на льду. Лед тоже тает, вы знаете? Да, я знаю. А я не знаю. Я знаю. Хорошо, я пойду за тарелкой и принесу льда. И мы будем наблюдать, как он тает. Согласны? Это будет эффект называться весенний ледотаяние. Классно выдержано. Весенний ледотаяние. Давай, бабушка, неси. Ну, запомните, детки, придется долго ждать. Да. Вот, пойду за тарелкой. Да, подойди. Я ненадолго. Да, я тоже думаю, это прикольно будет. Посмотреть, как лед тает на глазах, да? А я хочу, чтобы мой домик вернулся. Но зато ты поймешь, как у тебя домик растаял. Да. И принеси мой компот. Все будет хорошо у тебя. Да. Мы в следующем году тебе сделаем домик. Конечно. Да, Карамелька? Да. А я... Ну ладно, давайте посмотрим эксперимент. А то где-то я немножечко проголодался уже. Вот я принес тарелку, в нее мы положим лед и будем смотреть. Согласны? Да. Здорово, да. Ой, я принес тарелку. Да, доченька, принес тарелку. Сейчас пойду за льдом. Как здорово будет посмотреть, как этот лед тает. В наказание за домик капота. Да, Крамик? Давайте посмотрим, сейчас папа придет, принесет лед. А может ему сказать, чтобы он еще и пирожное захватил? Ну ты вообще компот. Ой. Ой, ну как вам? Красиво. Красивый лед? Вам нравится? Да. Давайте на него смотреть, как он тает. Ну, детишки, только вы готовьтесь. Чтобы он растаял, нужно очень-очень много времени ждать. Вы готовы? Я готов, только я думаю, я проголодаюсь. А я что-нибудь принесу покушать. И сам заодно покушаю. Вот это лед тебе, папа, принесет покушать. Ну ты, Крамелька, шубница. Он же лед не кушает. Я вообще-то люблю колбасу и бутерброды, да. И еще много-много пельменей и вареников люблю. Смешно. Да ты вообще шутник. Да, шутник. Ладно, давайте смотреть, как лед тает. Давай. Давайте. Да, что-то он не тает. Ну, папа сам сказал, нам долгое время ждать, чтобы он растаял. Да, давайте ждать. Давайте. Давайте снимаем воду, сейчас так быстрее потает. Давайте дуть на него, правда. Давайте. Вот так-то лучше. Давайте дуть. А давайте маленько полежим. Давайте. Что-то я спать захотел. И я захотел. А давайте прям тут поспим. Давайте. Давайте.
наш растаял. Давайте посмотрим. А что, он уже растаял, нет? Нет, еще не до конца, но уже мало осталось. Давайте еще, Дудь. Сейчас мы выспались, у нас силы есть. Давайте, а то я проголодался. Давай, Дудь. Уберете, хорошо? Пол протрете. А то мамка будет ругаться. Ребят, а вам понравился эксперимент? Если понравился, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте следующие видео. С нами будет очень интересно. Всем пока! Всем пока! Компот? Да, мамочка! Давай, кошечка! Компот, пойдем кушать! Иду, пап, иду! Так, котятки, ну-ка быстренько.
Ложимся все в постельку. Хорошо, мамочка. Хорошо, мам, хорошо. Хорошо, мам. Все, быстренько постель. Так, что я скраю? Я тоже скраю. А я тогда что, посередине? Да. Все, мамочка, мы легли. Ой, мне так плохо вам, ребят. Я вообще-то голодный. Мам, ну где ты там? Иду, иду. Ой, как замечательно, что вы легли. Так, сейчас я каждому дам градусник. Хорошо? Только не двигайтесь. Хорошо. Хорошо, мам. Хорошо, мам. Сейчас я сбегаю за ними. Эх, как хорошо летать. Так, я понесла градусники. Так, на коржик, на компотик, на карамелечко. Лежите 10 минут. Не шевелитесь. Хорошо? Хорошо. Хорошо, мам. Мама, ты кушать что-нибудь приготовишь? Приготовлю, приготовлю. Ой, дети. Так, 10 минут прошло. Ну-ка, давайте посмотрю, что у вас тут. Так, так, так. Да, у каждого температура 37. Надо укольчик. Нет, мам, только не укольчик. Ну, а что сделаешь? Ну что сделаешь? Вы сами набегались. На улице весна. А вы бегаете без шапок, без капюшонок, без всего. Ой, ладно, пойду в аптеку за укольчиками. Ну вот, добегали, теперь укол. Да он не больный, что ты переживаешь? Да. Ой, на улице такая погода классная, вы болеете, здесь лежите, а? Ой, ладно, переворачивайте все на животик. Я буду делать каждому укольчик. Ну, мамочка, это больно будет. Нет, больно не будет. Правильно, карамелька, больно не будет. Давайте. Так, компот, я тебя все равно не слышу. Что ты там говоришь? Что ты бубнишь? Ты же в подушку уткнулся. Что ты можешь сказать? Все, я ставлю укольчик. Все, так. Ну все. Ладно, переворачивайтесь. Ложитесь на спинку. Мам! Ну что ты говорил? Что ты бубнил? Я тебя ничего не поняла. Я говорил, ты кушать что-нибудь приготовила. Ой, готовлю, готовлю. Скажите, как вам укольчик подействовал? Получше стало? Мне, да. Я уже не чувствую ничего. И мне хорошо, только голодный, мам. А я тебя вообще хорошо чувствую. Ну, замечательно. Пойду папу обрадую, а то он тоже переживает. А вы маленько полежите и вставайте, хорошо? Хорошо. Да, мам, и мы придем на кухню. Хорошо, компот, ну ты прям какой-то прям не терпишка. Ладно, я встаю, мне уже хорошо. Пойду играть в футбол. И меня тоже. Я потом играть в кухню. И мне хорошо. Пойду на кухню, что-нибудь перекушу. А то вообще исхудал. Как же мои детишки, как же мои детишки? Как же они там, ну как же? Может быть, они уже все хорошо тебя чувствуют? Или плохо тебя чувствуют? А может быть, хорошо? А может быть, плохо? А может быть, хорошо? Ребята, а вы не знаете, как там мои детишки? Они себя хорошо чувствуют? Или уже нет? Или хорошо, или нет? Или плохо, или хорошо, или нет? А может быть, им поможет пирожные? Или мороженое? Я не знаю, я паникую. Ну что же с ними хорошо, нехорошо? Дорогой! Да, что там с нашими детишками? Что с нашими котятками? Все хорошо, я им поставила укольчики, уже тут же. Это хорошая новость, моя дорогая. А я так переживал. Я весь мыль. Я бегал туда-сюда. Переживал за них. Ну хорошо, это же хорошо, когда ты переживаешь за своих котят. Конечно, хорошо. Ой, пойду прилягу. Что-то я прям утомился бегать. Ой, дорогая. Да, милый. А кушать скоро будет готово. Ай, ты как компот, прям я не могу. Точно. Компот же хотел кушать. Пойду ему что-нибудь приготовлю. А то ведь проголодается совсем. Исхудает котенок наш. Хи-хи. Итак, коржик Акинфеев бежит на мяч. Ху-ху. Ху-ху-ху. И я победитель. Ху-ху. Ой, как хорошо на улице. И солнышко светит. Какая погода хорошая. Я тебя и грудь будет.
ладно. Компот, ты что сделаешь? Я вообще-то жду, когда мама придет покушать. Я тоже, можно я здесь тоже потаю? Да, конечно, пап. Ну что, голодный? Конечно, голодный. Ну хорошо, вот, на, пока поешьте колбасу. Хорошо? Хорошо, мам. А я сейчас приготовлю суп. Хорошо. Хорошо, дорогая, мы ждем. Да, это, конечно, было вкусно, но мало. Да, я тоже не наелся, потому что ты больше меня съел. Ничего подобного. Ну ладно, пойду работать. Ну я еще есть хочу. Ой, как я сегодня устала. Наготовила, за детьми поухаживала. Кто бы за мной поухаживал-то, а? Вообще. Ой. Ой. Пойду лечиться. А здорово мы сегодня провели время, да? Да, здорово. Давайте нашу любимую. Давайте. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Да-да, вот это да! Наконец-то он вернулся! Давай, ты уменьшишь, а я уменьшу. Давай. Давай. Карамелька, ты
здорово будет. Я нам маленькая. Готовы? Готовы! Один, два, три, пуск!
и мы стратимся обратно. Фу. Так, все, быстро домой. Курж, надеюсь, ты больше ничего не будешь трогать, как мама сказала, а то я напугался и проголодался. Да, надеюсь, он выяснил урок, что нельзя брать чужое. Да понял, я понял, что вы? Ребят, пойдемте, я вам кое-что покажу. Нет, спасибо, нам не надо вообще-то. Давайте нашу любимую. Что это за игра? Нет. Это прятки.
давайте сыграем в прятки. Давай. Да, давайте сыграем в прятки. Ну что, давайте смахиваться, кто из нас будет искать, а кто будет прятаться. Кто хочет прятаться, кто хочет искать? Я. Что ты? Искать. Ты хочешь искать? Угу. Здорово, и смахиваться не пришлось. Хорошо, мы с компотом прячемся. Хе-хе-хе. Считай до 10. Поели. Так, я смотрю, вы ничего не ели. Почему? А, потому что нам скучно, мам. Что же придумать? Дорогой, иди сюда. Иду. Что, мои котятки, грустите? Да,
Сейчас красивая погода на улице. Снежочек, все, яркое солнышко. Весна. А, точно, давайте пойдем в лес. Разожжем костер. Попоем песенки. А, давайте. Да-да, папа, мы тоже хотим. Ура, наконец-то. Да, наконец-то. А то этой скуки будет конец. Ну что, тогда собираемся и встречаемся в лесу. Ха. Как в лесу встречаемся? Да я пошутил. Всех жду на улицу. Вперед. Ха. Ну вот, дорогие, вот и поиграем в лесу. Ура! Ну все, пойдем сниматься. Здорово, мы сейчас пойдем в лес. Наконец-то, наконец-то, ура! А я знаете, что хочу? Я хочу, чтобы папа мне дал, чтобы я зажег костер спичками. Нет, спички, дядя, мне игрушка. Ну, под присмотром папы-то можно? Я вообще-то тоже хочу. Давай с тобой смахиваться будем. Давай сам смахнемся тогда. Давай. Ну все, вперед. Ну что, детишки, вот ты и в лесу. Здорово, да? Да, дорогой, прям вообще замечательная погода, прям вообще здорово. Давайте найдем какую-нибудь елочку и возле нее разместим лагерь. Да, 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 и костер зажгем, костер. Да, и костер зажгем. Ох, это будет замечательно, день. Да, папочка, давайте уж быстрее пойдем. Пойдемте. Не отставать, все за мной, все за мной. Да идем, идем, идем уже. Да, папочка, мы идем. Идем, идем, куда мы денемся? Идем, идем. Так, интересно, никто не отстал? Да вроде бы нет. Ребята, а где карамелька? Не знаю, я здесь. Где ты, карамелька? Ты где, дорогая? Я здесь, пап. Где, я тебя не вижу. Да, мы тебя не видим, карамелька. Да я здесь, посмотрите наверх. А, как ты забралась высоко. Слезай давай, ты упадешь, разобьешься. Да снег же мягкий, смотрите. Вытаскивайте меня быстрее, я застряла. Вытаскивай, вытаскивай. Ой, моя девочка, там все хорошо. Да, папочка, спасибо тебе, что ты меня спас. Мне кажется, это место самое подходящее, как вы считаете? Да, дорогой, место очень хорошее. Смотрите, какая елочка сзади нас. Да, да, и погода здорово, прям классная. Давайте разожгем костер, вот здесь, давайте. Да, да, давайте, давайте. Ой, где же здесь найти дрова? Как же тяжело. Эти веточки собирают повсюду. Ой, ой. Как же я устала. Ну какая погода красивая. Блеск. Ладно, надо искать дрова. Я же за этим сюда пошел. Как же я долго искала эти дрова. Ну давайте зажгем костер. Давайте, давайте. Итак, дорогие, кто хочет поджечь? Я хочу, можно я, пап, пожалуйста. И я хочу. А вы знаете, что сделаете? Вы смахнитесь. Хорошо. О, здорово! Да, здорово! Как хорошо здесь, на природе! С костром! Ой, ой, что-то я чуть не обжегся! Ой, здорово, как он горит, здорово! А запах костра какой вкусный! Да, здорово, папа! Спасибо тебе, то, что мы сюда сходили! Друзья, а если вам понравилось наше видео, как мы в лесу погуляли, то подписывайтесь на наш канал VGD и не пропускайте новые видео. Внизу, вот здесь вот, есть колокольчик. На него нажимаете, и вам будет приходить сообщение с новыми сериями. Да. А вот сюда нажмете, вот на эту красненькую, это будет подписка. Спасибо вам, что смотрите наш канал. Всем пока!